Меня удручает ваше неверие. А я думал, это ракета. А это конец. Здорово, иди сюда, обниму, видел, кто на экране, это колеса. Я, это цветок, он тоже хочет тебя обнять. Ух, он всегда хочет всех обнять, особенно тех, кто не ставит лайки. Я предупреждаю. Обнимает он, ух, как хорошо. Начинаю, как обычно, с человека. Раньше я начинал с Инкароми, но уже последний год от нее ни слуху, ни духу. Теперь... У нас с вами есть другой фаворит. Влад Бочар. С уровнем Bottle Flip Evolution. Он сделал новый уровень. Да, детка, и это Bottle Flip. Поехали. Эволюция Bottle Flip. Утилизация. Что ты можешь мне сказать? Эть, взяли, закрыли глаза и швырнули. Плохо, что на единичку нажать. Оу! Это что это? Банка колы? И... Ах, почти. А почему она на ту бутылку не действует? Та бутылка, она пролетела мимо нее. Вау, напалм! Двумя руками. И... Ни хрена себе! Что это? Электрическая, это дискотека, ребят. Бутылка дискотека. Нет, я ее не разбил. Надо разбить, да, чтобы она сработала. Граната. А теперь граната. Че, погоди, я хочу бутылку разбить, другую. Я хочу все бутылки разбить. Я хочу все разбить, что только можно в этой игре. А, погоди. Все бутылки разом, смотри. А эту поставил. Да как так-то получилось? Может, напалм он в принципе разбивается всегда? Но это сейчас взрыв будет, это я понял. А я только первую могу нажать. Утилизацию кинул случайно. Хрен с вами, мне нужна другая. Все в мусорку. И разбейся. Что, она всегда встает? Я не понимаю, что за прикол. Дай, 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 я хочу разбить ее. Куда? И... Она не разбивается. Напалм, он когда поворачивается на бок, он сразу разливается. Это не разбивается, она просто такая есть. Либо я не понимаю, как ее разбить. Давай взорвем ее на. Ну, от души, от души. Поизучали. Человек старался 100%. Мне нравится его уровень, я прям кайфую. Я поставил 5 звезд? Ребят, вы, если смотрели, я не поставил 5 звезд, поставьте за меня, прошу вас. Travel 322. Это который 3.2.2, 2.2.3, 3.2.2. Autumn Pogo Fight Beta. Осенний Pogo Fight. Карта с секретом. Удачи. У секрета-то я знаю где. Он для меня, видимо. Смотрим. Маяк. Пошалка. Маяк. С двумя валунами, прошу заметить. Вот стандартный маячило такой во фьордах где-то стоит. Ладно. Что-то кликнуть еще можно, судя по всему. Хобо! BTS фан. А, теперь. Раньше это Джастин Бибер был, теперь это BTS фан, ребят. А вот Джастин. Да, мы его звали. Что-то под листочком. Хрена себе там. Твой босс. А че он кверх ногами-то? Сейчас мы забьем в него, смотри, секиру. Эх, не получилось забить секиру. Твоя сестра, оставляем. Твой дядя? Что-то он что, дядя пират? Сомалийский? Дядя бы даже после смерти, блин, готов достать до тебя. Точнее, сомалийский пират. В атаку! На босса! И... Уходим от него! Дядя! Мой дядя самых честных... Правил, когда не в шутку за ним мог. Оп! А дальше про кобыл, но я не буду.
А то YouTube посчитает это за какой-нибудь непотребный контент. А почему они все кверх ногами? Я этот что у тебя там случилось? Почему у тебя все мужское население в семье твоей очень странно? Саня Сотка. Саня Сотка, слушай, я что-то слышал такое. Саня Сотку давай. Саня без сотки остался. Твой друг, какой-то злой друг. Димон или демон, кто его знает, давай. Скинем его отсюда. Я царь горы. А это бог. Тихо-тихо-тихо, тут Димон. Димон мешается. Осторожно, у Димона острый проникноватор. Проникноватор. Проникноватор, ребята. Димон. Димон, спаси, погоди. Димон, спаси и погоди. Спасибо за игру. Сердечко рейд. Йо-ху! А чё, клёво? И несложно вроде бы. Нормальное расстояние между платформочками. А то бывает понаплодят, я не знаю чего. И забавно. Что ты ещё хотел? Телекинез. Демо-версия. Click to win. Клик. Воу! Меня удручает ваше неверие. Ух. Отлично. Bottle Flip Purple Fix. Привет. Это Bottle Flip Purple Fixit. Удача. Мои глаза. Такие чистые, как плесень. Назад нельзя. А, смотри, подсчет. Погоди. Смотри. А, значит, сколько здесь бутылок? А, давай рестарт сделаем, вот чтобы прям по-человечески. Сейчас мы будем делать ставки. Я вижу... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... А, скорее всего, здесь 20 бутылок. Судя вот по этому всему, здесь 4 раза по 4 еще вызвать можно. И 4 здесь. Итого 20 бутылок, ребят. Делаем ставки. С 20 бутылок сколько я выбью очков, учитывая вот это вот сверху написанное. А, лежачая 0,5, стоячая на горлышке 2, стоячая на донышке 1. Давайте, ваши ставочки. Ваши ставочки, а я пока начну. Да, конечно, я кидаю с закрытыми глазами. Тут без варианта. Ух ты. Как это так? А? Уже пол очка, ребят. Полочка. 2,5. Хотя ладно, считать будем потом, потому что наверняка там позбивают друг друга. Тыщ, разбилось и упало. Так, добавляем бутылочек. Бутылочек. Они так медленно сползают, прикольно. Воу, в щелочку какую-то засадил. Что я говорю? Ого! Сейчас Машка покроется красным чем-нибудь. Пятнами какими-нибудь. От зависти. Хотя нет, не от зависти. Ей-то что за... Завидовать. Русский включи. Unreal. А-а-а! Витёк там, Витя... Так, Куце, да, Куце, ну, бог дыр. Я в нуба засадил, значит, а не в щелочку. Понял вас. Я попытался в бок дыры засунуть, но нет. Слушай, я столько туда сложил уже. Они уже туда не лезут. Давай в MLG сразу. Чё я тут, я не знаю, а? Чё вы все туда все лезете? Хоу-хоу-хоу! Хоу-хоу-хоу! 2! Сейчас позбиваю их конкретно. 3! Где бутылки, эл? Вот они. Она все пытается, она... А, я сказал сейчас, это голубые бутылки, они бесят меня, а? Они все... Фигню какую-то творят постоянно. Кто-нибудь там считает, сколько у меня уже очков? 10,5 кто-то пишет. Ну это та бутылка все поломала, было 13. Да что ж ты ж будешь делать? Я все красные решил разбить, что ли? Да... Шок. Ну все, желтые, на вас вся надежда. Давай мы лжушечку. Минус один.
Эмалджушечку давай. Да ё. Я последние 6 бутылок просто разбил. 7. Так можно было? Ну ладно, засчитаем, что она лежит. Я не могу ее взять, то есть как, здесь какой-то упор. Ведь я не могу пронести руки туда вперед. Я могу за это даже схватиться. А-а-а. Ну давайте считать. Слушайте, так фейлово в конце получилось. Я все клоцал и клоцал их. Клоцал и клоцал. Значит, целые сначала считаем. 1, 3, 4, 5, 6, 7 с половиной. А, 8. 8, ребят. 8 баллов. Кто был прав? Плюсик в чат. Сейчас я такие плюс, 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 плюс. Я был прав, я на 8 ставил, знаю я вас. Ну ладно, поиграли. Поиграно. Неплохо. Снова человечек. Снова человечек. Что ты от меня хочешь? Country Randomizer 2. Я не вижу такого уровня. А вот есть, да. Что это такое? Ого! Ну, ребята! Вот это вообще топчик! Вы только посмотрите, сколько здесь стран! Они все замешиваются. Голосование номер 2, значит. В первом голосовании мы с вами голосовали за... Значит, писали циферку, по сути, да? Сколько я очков выбью. Здесь нужно просто указать, за какую вы страну. Выбирайте. А я выберу, наверное, что-нибудь такое, чего вообще не ожидаете. Да, вон пусть Норвегия будет. Правая снизу, потому что самая... Самая такая правая, самая такая нижняя Норвегия. А как старт сделать? Нажать на кнопочку. Я с закрытыми глазами это сделаю, чтобы случайно каким-либо образом никому не подыграть. 3, 2, 1, пуск. Япония вырывается вперед. Польша, это Польша, Польша. Оп, Польша первая, Япония вторая. Это Словакия какая-нибудь. Вот и все. Сербия, это была Сербия. Ну, где Норвегия-то моя? Норвегия еще, походу, дело, пули замешивается. Ай, там вообще застряли, смотри, все поломали. Опять Витя все сломал. А, не Польша, ребят, точняк, это Перу, там буква П в другую сторону написано. Перу. Перу выиграла. Перу, потом Япония, потом Сербия. Вот так вот, да, ребят, я, извините, обманул. 5 баллов, экзит. Что ты еще хотел? Он еще хотел ботл флип с рожицей. А я в него разве не... О, я в него не играл. Мы там даже бандана висит, смотри, его я справа сверху. Стас вон справа сверху тоже, The Mac. Вам за чатиком не видно, сейчас я чатик отключу на секундочку. Вон, смотрите, как это красиво все. Ну, здесь много бутылочек. Здесь какой-то лепеха-читер, смотри. Что это? Что это за код такой страшный? Что нужно? Где это надо написать? О-о-о! Темный UC идет и откусит всем нос, особенно тем, кто лайк не ставит. Тара-пара-па. Истории конец на этом. В темном-темном городе темный-темный UC приходит тем, кто не ставит лайки. Витьку-витьку. Ну, надо было просто 2 раза повторить. Ок. Так, швырнула я. Ок, 2. Там еще есть Танос, Шурман, Год. Надо туда как попасть, попробовать. Вот это сейчас комба была! Не, вы это видели? Не, ну вы это видели? Я, значит, положил 2 бутылочки, а потом... И поставил их. Слабо. Слабо, я уверен. What the... Майнкрафт. Майнкрафт здорового человека давно не было у нас. И опять положил. Да как ты будешь делать-то, это? Ну, хоть сам себя выбил. Что с моей головой?
Радуюсь, наверное, он так ржет. Ржет. И еще один витек плей. Кто больше? Давай Займака выкинем, а? Пожалуйста. О, начинается био. Био, био, био начинается. Я бью бутылки. Не хочу бить бутылки. Лежачий бог. Третью туда. Так, ВДФ. Ноги поломались случайно. Что-то я начал фигарить уже слишком. О, нет, она разбилась, ребят. Все, последние 4 бутылочки. Пожалуйста, игра. Пожалуйста. Давай. Вот если там не лежала та бутылка, кстати, сверху, я думаю, это третья бы встала. Там как раз место под третью бутылочку есть. Но я очень неудачно туда ту засунул. О, чуть не Рейнбоу, а. О! Прикрыл Дарку Ц, хорош. And the last one потом пойдет. Ну вот тут прикинь, тут подсунулась, но не смогла. Не устояла перед Витьком. Мама. Мне надо срочно заканчивать уровень. Это было похоже на какой-то Outlast слегка, если честно. Ну давай. Ну конечно. Во-во-во-во! Вот оно! Феерический финал. Но нужно нажать вопросик. Ну... Окей. Ладно, давай победу. И мы заново сейчас рестартнем, чтобы нажать вопросик. Надо же посмотреть, что там внизу. Вызывайте экзорциста. Вызывайте экзорциста. Отличный Motel Flip. Мне понравилось. Кто бы мог подумать, мне рекомендуют сыграть в уровень, который наверняка и так в топе. 13 октября он сделан, мы его точно не видели, но давай посмотрим. Гай Инкогнито всегда делает великолепнейшие уровни. Смотрим, что он нам изобразил. Создай эможу. Рожу эможу. Фейс, лицо. Нормальный, орущий, злой, имп, зеленый, белый. Разноцветный, розовый. Давай орущего. Окей. Сейчас опять какой-нибудь Билли Айлиш получится. Нормальный, счастливый, подмигивающий, кричащий, мертвый, любящий, удивленный. Счастливый 2. Давай мертвый. И бровки. Бровки такие, сякие, крутые, охреневающие. Ой, надо было такие. Ну ладно, пусть будет охреневающие бровки. Ой, сейчас что-то мы создадим. Рот. Счастливый. Во. Во. Кис, это кис, по-моему, он свистит. Я такое беру. Сейчас, сейчас. Вот те рожи и можа, да. Сейчас что-то будет. Рука. Панчо, окей, хеллоу. Без руки. Без руки, боже мой, без руки смайлик. Как так? Ну давай вот этот. Ну в принципе я уже более-менее понимаю, что тут получится. Не знаю, как-то неожиданно. Аксессуары. Слезы, сердца, шапочка. Давай, сделаем не мертвого, а спящего из нашего смайлика. Кис поцелуй. Ждем. Загрузка. Наслаждайся. Че за бред? Спящие мертвые, орущий, удивленный смайл делающий. Я не знаю, как это можно одновременно все делать.
Надо что-то надо, наверное, все-таки любвеобильное что-то было делать. Это, говорит, ты меня на работе изобразил. Ну да, все 10 эмоций в одной. А сразу тогда в лучшее за неделю. Рейтинг, this week, let's go. Ну какой-то мега импасибл есть. Изи. Dodging birds. Уворачиваясь от птиц. Воу-воу. Есть Angry Birds, а есть Dodging birds. А, нужно какое-то время уворачиваться, я понял. А если я просто лягу-лягу нормально? А, надо за монеткой еще сходить, я понял. А, я думал, ты в другую сторону будешь работать. Я понял, как это сделать. Нужно сесть на мину. И долететь как раз таки в центр вселенной. Но не всегда это удается. О! Надо просто вертикально было прыгнуть. Ох уж эти Dodging Birds. Первый Don't Move. Ну-ка смотрим. Остренько. Неплохо. Вот сейчас с миной задумка. А! Крутенечко. Bottle Flip Challenge от Серега 333 Cool. Да где же вы берете такие цвета? Тебе самому приятно было такой уровень создавать, а? Я не могу долго здесь находиться, поэтому я сделаю вот так. Давай! Давай! Как можно быстрее выкидывай все, что только можно! Давай, давай, давай! Ой-ой-ой, я выиграл! Ха! Отлично. Ух. Balls Row for VP. Вот это прям для меня от Вадимки. Привет, VP. Плюс 5 мячей. Давай лучше с открытыми глазами это будем делать. Легко. Текстовый роупсвинг, это как? О, прикольно. Что-то подобное где-то недавно было. Вол-вол-вол, платформ, just платформ, просто платформ, платформ, платформ. Хорош, хорош, хорош. А пушка есть? Роуп, 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 роуп. Как? Ну как мне жопой-то схватить? Ну чё ты творишь-то, эу? Пацан. О! Ух ты, хорош, Ламденг, на! А, это финиш уже! Ну, мог бы постараться и получше. Компьютерный челлендж, ух ты. Намек понят. Надо что-нибудь выкинуть. Осу, Steam. О, Steam, кажется. Я Steam выкинул. Телеграм еще остался. Нормально, нормально, нормально. Гигантские инвейдеры. Да йоу. Я-то думал, а это просто мини-поселушка. Дракона какого-то разобрал. Небоскребы. Ох, вы какие защиты поставили. Баллисты какие-то воткнули против меня. Ладно, фигня полная, понятно. Попробуй выйти смерть. Чё со мной? Вышел. Обманул. О, черная дыра. Спасибо за игру. Если ты не поставишь 5 звезд, ты умрешь через неделю. Ладно, вынудил. Слушай, что-то как-то я не вижу каких-то супер-пупер крутых уровней-то. Ну давай по Майнкрафтику пройдемся. Сейчас наверняка вы найдете какую-нибудь ошибку. Привет, я Каранга. Я новый левел-создатель. Пожалуйста, поставьте 5.
Пожалуйста, пройдите к квесту. Основатель Маджанга. Дженс Бергенстен или Маркус Персон? Так кто же его знает-то, а? Йенс или Маркус? Пусть будет Маркус. Я выиграл. Победитель по жизни. Что Крипер делает? Дает обнимашки, взрывается. Он сначала дает обнимашки, потом взрывается. Это даже я знаю. Вот так, ребята, это я тихим сапом как бы подготавливаю своих зрителей к тому, что я скоро начну играть в Майнкрафт. Да, я опять играю в Майнкрафт, ребят. А как много блоков тебе нужно, чтобы сделать боди армор? Восемь. Отлично, я уже рецепты знаю. А, куда я упал? Ну, я выиграл. Я даже не прочитал за... про что. А, что более ценное? Эсмеральд? Нет такого. Эсмеральда нету в игре. Даймонд или эсмеральд? А, по-моему, даймонд более ценный. Оу, лайк ми. Слушайте, ребят. Я не играю в Майнкрафт, но при этом выиграл Майнкрафт по полной программе. Чувствуете? Чувствуете? Вот если я пойду играть в Майнкрафт, вы понимаете? Вы понимаете, что весь YouTube просто упадет к моим ногам? Я не играю в него, выигрываю в него. Эсмеральд это не изумруд. Эмеральд это изумруд. А Эсмеральд это мужик Эсмеральда. Ой, мы так долго записываем, ребят. Кончаем. Кончаем с этим выпуском, срочно. Там бабулька на заднем фоне, я не хочу ее вам показывать, а то вдруг вы страшные сны потом будете видеть. Поэтому я покажу вам цветок, и будете точно видеть страшные сны, потому что лайк-то еще не поставили 100%. Кто поставил, того защита от этого всего есть уже. Ну а я, собственно, с вами прощаюсь. В описании есть ссылочка на плейлист, это уже 250 лохматый выпуск. Так что 5 лет я уже снимаю колеса, ребят, можете отмотать на 5 лет назад и посмотреть, как что. Почему? Все, я кончил. Пока.